Привет, с вами Константин. Сегодня бы хотел я сделать обзор другой машины, на которой сейчас работаю в последнее время. Это у нас Mercedes Actros. Значит, Mercedes 2008 года, 410 лошадиных сил, 1841 его маркировка. Значит, двигатель Lutec 5, это евро 5 двигатель, а сама машина евро 4. Значит, рефрижератор, крона с установкой Thermo King, тоже новый, свежая установочка. ВРЦ, значит, у него 2019 год. Ну, то есть это техосмотр следующий в 2019 году. Резина хорошая. Значит, баки тонна 200 в общей сложности. В общей сложности, значит. И сюда заливается уже. Ну а теперь обзорчик машины изнутри. Ну, начнем с этой двери. Здесь, значит, пульт управления, открытие окон. Значит, окна открываются, закрываются. Мое, пассажирская, блокировка дверей, джойстик, регулировка зеркал. Ну, это обдув. Здесь, значит, включается у нас габариты, ближний свет, и вытаскивается на себя, значит, вытаскиваешь. Это включается противотуманные фары. Вот они загорелись. Лампочка. Значит так. Тут у нас, значит, подсветка включается сзади, лампочка за кабиной. Для подключения ночью проводов, чтобы там было видно. Ну, включаем, значит, зажигание. Здесь у нас показывает. Значит, спидометр. Ну, обычный, да. И пробег в этой машины. Значит, 762 411 километров. Так, внизу, значит, у нас заправка бака. Верхняя шкала и нижняя шкала, это заправка у нас AdBlue, жидкости AdBlue для очистки выхлопных газов. Это компьютерный дисплей. Показывает, значит, ну тут все, из передачи показывает, и как, что нужно, какое ТО делать. Тахометр, часы, а это давление воздуха в ресиверах. Так, есть такое. Ну, снизу здесь вот тоже этому сбрасывать счетчик пробега. Ну, тут выставлять плюс-минус часы там. Короче, это не столь важно. Здесь, значит, у нас, идем дальше по панели. Здесь, значит, у нас кондиционер. Это воздух. Обдув воздуха, значит, включаем. Это
направление воздуха. Ну а это горячий, холодный. Летом включаем на синюю, зимой включаем на красную. Значит, здесь у нас автоматический люк. Значит, открываем, закрываем. Это автономная печка. Включаем, выключаем. Это значит у нас свет в салоне для чтения, то есть слабенько горит. Это ночник. Там зеленая лампочка сверху горит. Но это обычный свет, мощный в салоне. Так. А это ступеньки подсвечиваются. Значит так, эта кнопка у нас на рефрижераторе поднимать мост. Если едешь пустой, то там можно поднять передний мост, чтоб зря не терлась резина. Ну, это значит аварийка. А это кнопка для плавного трогания на подъеме. То есть нажимаешь, снимаешь с ручника, и машина еще несколько секунд стоит, назад не двигается, значит, не катится, и ты можешь плавно, спокойно тронуться, не рвя сцепление. И это, значит, блокировка моста. Мультируль. Это значит, отсюда можно управлять, смотреть данные на компьютере, переключая компьютер на этом, на мониторе, на панели. Ну и тут это телефон отвечать, значит, можно. Значит, ручной тормоз. Здесь прикуриватель один, прикуриватель второй. Здесь обдув в салон воздуха. Значит, здесь полочка. Здесь у нас пепельница. Здесь подстаканники для бутылки и для стаканов. И здесь то же самое. Так, здесь тоже два прикуривателя еще. Ну и тут на с этой стороны тоже открыть, закрыть окно. Клавиша для чтения, подсветка и блокировка двери. Здесь, значит, вешалка, ручка. Три шкафчика. Ну, не такие большие, как в Мане. Но все равно вместительные. Так. Значит, тут еще козырьки не как в Мане опускаются, а здесь просто опускаются, как в легковых машинах. И здесь еще что есть? Здесь есть боковая. А вот это сверху, это у нас, значит, датчик задымленности. Если сильно много накурено в машине, начинает пищать. Ну, я не курю, мне оно это не надо. Значит, здесь на спальнике у нас, на спальнике у нас включаем свет для чтения. Люк, я уже сказал, автоматический. И здесь еще сеточка, на нем сеточка от комаров. То есть удобно. Летом открыл, с открытым спишь, комары не кусают. Сейчас еще и продаются на стекла тоже такие сетки. Раз, одеваются и без проблем. Здесь, значит, второе спальное место. Но оно за щелку, там у меня вещи лежат. То есть. И там же на спальнике есть точно такой же пульт управления. Автономная печка включается, свет. Свет в салоне, автономная печка включается, свет в салоне, там для чтения, часы там есть, ну то есть там тоже все, там на спальнике есть. Смотрим дальше. Тут есть, значит, холодильник. Ногами не вставать. Холодильник затаренный, продукты. И здесь для... коробочка есть, там вот соль, сахар, такое, ложить.
спальное место, но не такое и большое. Теплый воздух, не широкое. Но все равно удобно, нормально. Автономная печка, значит, греет снизу в панель. И с панели уже идет теплый воздух. Теплый воздух уже везде. Ну, вот такой бы хотел бы обзорчик сделать по машинке. Машинка мягкая. Идет нормально. Но 410 лошадей, конечно, для на подъемы Мерседесы, ну, не уверенно себя чувствуют. Идут на подъемы тяжеловато. Такая вот у нас машинка. Здесь, значит, у нас коробка полуавтомат. Интересная коробка. Она у нас со сцеплением. То есть выжимаешь сцепление, включаешь скорость. И потом все вперед, значит. Там вторая, четвертая, шестая, восьмая, все вперед идут скорости. Также здесь вот еще есть снизу флажочек. Он, значит, это повышенная, пониженная, повышенная. И еще сбоку есть кнопочка, которая сбрасывает на нейтралку. Ну, например, подъехал на светофор на восьмой передаче, да, чтоб назад не делать, там седьмая, шестая, пятая, там четвертая. Просто нажимаешь ее, и она раз включает сразу нейтральную скорость. Даже можешь подкатываться на нейтральной скорости к светофору уже так, видя, что машину успеваешь поставить нормально. То есть включил нейтральную, подкатываешься, затормозил и встал. И когда уже ты нажал нейтральную скорость, то включаешь скорость уже нажатием с этой кнопкой. Раз, и все, и пошла. Вторая, первая, вторая, там. И дальше, дальше просто выжимаешь сцепление, включаешь вперед. Надо, например, с восьмой на седьмую делаешь, выжал сцепление, нажимаешь джойстик назад. Все очень просто, удобно. Этот откидывается ручка. То есть спокойно выходишь, и тут по машине можно пешком ходить, место есть. Все удобно. Пол ровный, без всяких выступов. Места много в машине. Здесь вот есть еще столик. То есть выдвинул так тебе столик. Здесь еще раз, еще и дополнительно можно. Вот. То есть вот тебе уже целый стол. Готовь кушать, сам сиди кушай. Надо, раз откинул, задвинул. Все удобно. Вот такие вот. Это не новый Мерседес, который сейчас уже есть поновее. Там уже идет кабина другая, конечно, там уже фары другие, но будет время, я покажу. Вот даже здесь есть бирочка евро 4, видите, да? Здесь вот тоже полочки вверху есть. Здесь, значит, чиповый тахограф мерседесовский, родная, значит, CD, музыка, но только CD, значит, MP3 диски она не видит. Ну, рация, а это уже самодельно вставили, закрыв просто нишу. Здесь тоже всякие много, тут полочки, тут под кабиной, там всякие эти тоже.
Ну, понапичкано всяких этих для полочек, вешалочки. То есть нормально. Под кабиной, значит, тоже два больших ящика для инструментов. Вот такой бы хотел сделать обзорчик по машине Мерседеса. Ну, что мог, что знал, то рассказал. Всего хорошего, до новых встреч. С вами был Константин. Ждите нового видео. До новых встреч. Всем удачи.